Итак, для приготовления сегодняшнего блюда я буду использовать вот такой вот нож, изготовленный на зоне. Зона находится в городе Краснотуринск, Свердловская область. Ножу больше 20 лет. За 20 лет, смотрите, он, ну, понятно, что он немножко износился, источился. Но очень хорош. По нему и молотком били уже много раз, и топором. Текстолитовая ручка, алюминиевые вставки. Ну и как бы, видите, сплошной он по лезвию. В руке лежит удобно. Похож немножко на финку, немножко на притыку. Ну, сегодня я буду чистить им овощи. Это был обзор ножа, изготовленного на зоне. На зонах тоже сидят люди, которые умеют работать руками, друзья мои. Подумайте об этом. Так, готовить я буду на раскладной печке, которая хранится у меня вот в таком вот мешочке. Итак, собираем сначала три стенки. Это раз, два, три. Вот она у нас уже стоит. Так, сейчас ставим нижнюю часть и колосник. Колосник тоже обязательно. Но на нем будут дрова лежать. Так, ставим лицо печки. Оп, отлично. Ну а тут осталась уже ерунда. Все, кладем ее на верхнюю часть нашей печки. Здравствуйте! Сегодня я приготовлю уху из форели. Это сухой ясень, дуб. Вы можете использовать на природе шишки, елки, палки. Все, что вы нашли. Или лучше привозите с собой. Потому что печка потребляет очень мало дров. И для того, чтобы сварить уху, нам хватит вот этих дров, что я наколол. Итак, для блюда нам понадобится вот такая вот печка, вот такой вот афганский казан 5-литровый, немножко картошки, морковки, лавровый листик, перец душистый, адыгейская соль и вот такая вот рыбка. Рыбка красивая. Ну, я взял форель, вы можете взять семгу, а вы можете взять любую рыбу, которая у вас есть. Итак, приступаем к приготовлению. Постарайтесь найти картошку именно для варки. Картошку, которую необходимо варить. Вы же знаете, да, что существует картофель для жарки и для варки. Луковку можно взять одну, можно взять половинку. Лавровых листиков штучки два и вот такую вот морковку. Итак, мытые овощи режем, лучок режем мелко, ну как мелко. Примерно вот так. Таким вот квадратом, где-то, может быть, 2 на 2 сантиметра. Картошечку режем на 4 части или на 6 частей, смотря какой клубень. Ну, вот этот на 6. Оп-оп-оп. Морковочку режем на такие вот не очень крупные части. Очень часто во время варки овощи не успевают просолиться. Я рекомендую солить сразу. Бросаем соль. Бросаем сразу 3 лавровых листика. И перемешиваем. Ну, она постоит минут 10-15, пока мы сейчас займемся рыбой. Можно сюда сразу бросить и перец душистый. Я в уху добавляю именно душистый перец. Мне кажется, что душистый перец вкуснее, чем черный. Именно в ухе. Сейчас, сколько тут? Ну, не знаю. Ну, штучек 5-6. Не больше. Итак, овощи почистили, помыли, нарезали, посолили.
Так, для подготовки рыбы нам потребуется вот такой вот противень. Итак, друзья мои, следующее, что мы делаем, мы зажариваем чешую нашей рыбы. Рыба с чешуей. Ну, чтобы она покрылась вот таким вот красивым припеком, видите? Ну и третью. Можете прямо на противне греть. Ну, только шкуру, да? Вот смотрите, что получилось. Как она запеклась, видите? Итак, внимание, ребят. Налил в казан в 5-литровый. 2 литра ключевой колодезной воды. Кладу туда наши овощи. Соленые, да? Ребята, сверху выкладываем рыбку. Оп. Оп. И третья оп. Вот так. Видите, как раз вот по вот этот шовчик. Жедукская соль. Мы одну ложечку положили. Еще одну кладем прямо на рыбу. Она там все равно перемешается, когда будет кипеть. Ну и все. Закрываем. И ставим наш казан на нашу печку. Время, которое проведет казан на печи, это примерно час. 30 минут закипал наш продукт, и минут 25 уха наша будет кипеть. Смотрите, как вырывается пар из клапанов. Все нормально, закипел. Засекаем 20 минут. Можно пока подготовиться на кухне. Так, все, ребятушки, прошло полчаса. Берем кирпич, кладем кирпич на стол, берем нашу уху, ставим на кирпич. Отлично, ребятушки, и снимаем клапана. Просто клапана сняли и пошла тема. Так, берем немножко лучка, немножко укропчика и все это мелко нарезаем. Будем добавлять в нашу ушицу. О, успокаивается. Мелко-мелко шинкуем. Да-да-да-дан-да-дан. Оп, оп. Ребят, смотрим, что у нас там. Оба-на. Оп. Видели, что? Михалыч. О, целенькая, видите, какая рыбка, ребят. Итак, ребятушки, берем рыбку. Ой, она... Она очень нежная, смотрите, она прям на ходу разваливается. Оп. Сейчас мы еще сюда же положим ее. Сейчас покажу вам, какой бульон, смотрите. Итак, наливаем ушицу в каждую тарелку. Ребят, вот эта юшечка, она самая вкусненькая. Картошечка тоже сварилась, видите? У нас тут ветер сегодня целый день. Поэтому. Немножечко укропчика. Оп-оп-оп-оп-оп. И немножечко лучка. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Лучка, 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 лучка. Ну и как бы все.
Опаля! Ребята, я хочу попробовать уху на соль. Вот этот кусочек на меня смотрит. Ребята, она просто проваливается сама. Просто улетает в жаркие страны. Я хочу пожелать вам всем приятного аппетита. Будьте всегда в теме. Готовьте вашим близким. Удивляйте ваших друзей блюдами на открытом огне. Юрий Павлович, наливай! Угу. Чего? За самогонкой беги! Угукаешь тут стоишь. Угу. Я думаю, что мама тоже эту уху попробует и скажет свое мнение. Мальчиков обнимаю, девочек. Целую искренне вас всю в Краснодарский. Побежал.